Так выглядит несанкционированная свалка неподалеку от аэропорта имени Гагарина. Активисты рассказывают, мусор здесь складируется больше десятка лет. За последние годы площадь полигона значительно увеличилась. В 2019-м специалисты регионального Россельхознадзора провели внеплановую проверку. В итоге администрации Нежинского сельсовета выдали предписание устранить нарушение требований земельного законодательства в срок до 1 июня 2020 года. В адрес управления от администрации Нежинского сельсовета Оренбургского района поступило заявление об отсрочке исполнения предписания в связи с необходимостью выделения денежных средств на выполнение работ по проектированию и рекультивации свалки. По результатам рассмотрения вынесено решение об удовлетворении данного заявления. Срок исполнения предписания продлен до 1 июня 2021 года. Петр Клементьев – летчик со стажем. Он уверен, медлить с рекультивацией свалки нельзя. Она создает угрозу для движения воздушного транспорта, поскольку увеличивает вероятность столкновения птиц с самолетами. Кроме того, тлеющие отходы могут привести к большому пожару. Так вот, факты привожу, факты. Так, с 3 на 4, 07-2018 года, с часу до 5 утра, возгорание пламя высотой более 100 метров. Это зафиксировано. Здесь, вот отсюда взрыв произошел. Это зафиксировано руководителем полетов в аэропорту центральный. И далее, 8:30, запах гари, дым ухудшил видимость на полосе. Когда администрация Нежинского сельсовета приступит к разработке проекта по рекультивации свалки, сколько нужно средств для этого и почему Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений остается в стороне, мы продолжим следить за ситуацией. Подробности в наших следующих выпусках новостей.